Мы продолжаем разоблачительные действия в отношении технологий. Как всегда. Но это произвольно происходит. Точнее, непроизвольно. Непроизвольно, потому что мы подходим к виду работы, и у нас сразу возникает вопрос. О, да. А почему мы не так делаем? Почему? А как? А почему все-таки они так? Да. Вот, например, подошли, двухслойная проклейка листов. Раз. О, а почему бы их не наклеить для жесткости? Они же работают лучше, чем когда по одному. Да? Прочнее стена. Для заказчика это лучше, лучше. Кстати, а можно упомянуть в этом видео еще, или это следующий ролик будет, что это, КНАУФ рекомендует? Это будет следующий ролик. Да, Олег. Ладно. Давай уже. Ну, это, тогда... Ты хочешь все сразу рассказать? Тогда ролик голова, еще один будет. Надо вспомнил. Чуть-чуть вливать информацию. Ну что, мы говорил ты уже, да, наверное, в маленьком ролике показывал, да, что мы именно клеим. Плюсы. Какие плюсы у нас? То есть первое, как фанера, второе, от прорывов защиты, что у нас за счет второго слоя держится, и третье, то, что у нас закладные не нужны. Не нужно. То есть вот эти саморезики. Это временные саморезы, да, которые ты фиксируешь выкручиваем для того, чтобы лист не отходил. То есть уже приклеилась, можно выкручивать, и она за счет той держится, за счет того листа. Так, еще. Но не забывайте, что листы перехлёстываете. Если вы первые листы вот так вот понаклеили, соответственно, ну, следующие вы другие, да, чтобы швы, да, не попадали. Да, потому, да, что будет... И мало того, я еще скажу, что у нас мы отрезаем 10 сантиметров от листа второго, потому что у нас какие-то швы попадали, там, допустим, маленькая часть попадает на второй, он же с перекрестом идет. Угу. Соответственно, если ты их одинаково делаешь вверх-вниз, где-то швы совпадали вот эти. Да. Вот мы второй лист обрезаем кусочек. Но к чему мы возвращаемся? Да, в этот момент. Самое главное. У КНАУФ есть технология, называется Т-362. Как? C-362. Они могут посмотреть, ребята, там, если описание оставить. Это монтаж перегородок из суперлистов. Да, может быть, вы видели, двойной может слой быть, нет. Но понятно. У нас появился вопрос, почему именно так? То есть, что они делают? Они выставляют профиля. Потом профиля они направляющие, ну, понятно, прибивают по периметру, отбивают ленты, это все понятно, да, вы посмотрите. Да, да. Потом они крепят их просекателем нижний. Да, просекает, вижу. Все, они закрепили, начинается монтаж гипсокартона, давайте будем брать. Ну, или там ГКЛ, но мы гипсокартон. ГВЛ. ГВЛ. Да, я ГКЛ, все, да, ГВЛ, да. Гипсоволокно. Ну, не суть, мы про, да, каркас, мы чисто про каркас. Да. Начинают лист. Лист прикрутили они, допустим, там... А, подожди, ты еще хотел вот это показать, а, да? Да, что, почему, что получается? Что они рекомендация. Вот, смотрите, это потолок, к потолку, да, прищелкивается здесь, да? Да. Это стоечное. Да. И что они делают? По их технологии они сантиметр не доходят. Зазор. Стоечного. Для чего? Для чего? Для это? Того, чтобы было хождение плиты. Если плита то давит, плита чтобы могла играть. Ходит, да. Это все там сейсмические, да, там более там жесткое, допустим. Ну, землетрясение вулкана. Да, 2 сантиметра доходит. Да. То есть ну, вы... так как у нас нет, вот, по технологии сантиметр. Вот, допустим, сделали они, да. Все аккуратно, все прям хорошо, молодцы. Я согласен. Подожди, сразу перебью. А где еще можно вот у нас на данный момент в квартире узнать, что сейсмически? Что? Вот как узнать, например, где больше прогибается плита, а где меньше? Если перегородка где-то в центре идет, значит там больше прогибается. Ну, нагрузка, да. А где и опять от колонн смотреть, что от за колонн, монолиты, да, да, какие у вас. Ну, то есть это уже. Нет, перегородка смотреть. Может быть там в кирпич у вас стоит, и там тоже плита опирается. Это, да, уже несущая, да, перегородка. Или дерево. Дерево сильнее провисает. Да. То есть смотреть. Это эффект того, что как по технологии в отношении гипсолитовых перегородок. Там тоже полтора до конца сантиметра. Полтора сантиметра вы забиваете швом, да, да, пеной. Да. То есть вы не крепите. Же. А здесь 1-2, в принципе, те же полтора. Ну, приблизительно так. То есть все как бы разумно, все прям идеально подходит. Мы так и делаем. Вот мы как раз, смотрите, слой уже второй. И мы не прикрутили, да, вот к направляющему. Ну, то есть, почему? Потому что будет логично. Логично. Как то есть, вот здесь все, что они говорят, все согласуется. Ну там в конце у них почему-то при монтаже они это прям говорят и показывают. Что-то другое, да, что нарушает все. Они говорят, крепление саморезов по стоечному идет через 75 сантиметров у них, по-моему. Да. Между, допустим, один саморез и рядом, если лист другой, там сантиметр между ними. Ну, как у нас, вот, да, вот, ну, допустим, понятно, у вас здесь. Рядом. Да, этот чуть выше, чуть ниже, вот, ну, здесь. Да, 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 да. И когда вы крепите лист, следующий мы крепим к направляющему профилю. К направляющему профилю? Да. Да ладно. Да. И все на этом. То есть наше движение закончилось? И наше движение получается все.
То есть за что мы боролись? Зачем мы вот это делали? Чтобы профилечек там ездил туда-сюда. И такой, знаешь, лежишь и прям скрежет такой. Может быть, это техническая ошибка, может быть, это не знаю по каким образом, но факт остается фактом. Посмотрите. А что произойдет, если вот так вот они закрутились саморезами? Ну, она монолитно становится. Куда она ходить будет? Она будет, или если плита давить, она будет порвет эти все саморезы. Саморезы порвет. Да. То есть профиля-то мы не закрутили, профиля будут играть. Да. То есть получается вся нагрузка только на саморезы. Но если только никто не додумается стоечный профиль совместить. Да, а додумается для жесткости. Тогда. А вспомни, мы же тогда так и делали. Мы так и делали. Идешь по профилю, идешь. Контрольный сверху. Так, вот так крепче будет. Раз. Как у меня один подписчик то же самое говорил, когда по технологии вот здесь мы делали, что 1.5 сантиметра. Понимаешь, и что смотри, закладные. Что там запенили. Запенили, и не надо закладные туда делать. Ну, понял, да? Он говорит, я все понимаю, все правильно сделал, но я люблю жесткость, чтобы это, и он бабахнул туда закладные. Ну вот, это из этой же серии. Из этой же серии один в один. Да, то есть можно. Бабах и жестенько. Все. Тогда получается, что тогда все то, что вот эта конструкция, это можно сказать халабуда. Нет, тогда можно просекатель взять и так баба. Не, понятно. То же самое. Но просто за что ты боролся? Да. То есть игры не будет. Да, ну... Давление на гипсокартон. А если давление происходит на гипсокартон, что происходит с гипсокартоном? Трескается, лопается. Трескается. Все. То есть давление, углы разъезжаются, еще что-то. То есть как себя стена ведет, мы же не знаем от давления плиты. Это же плита, извините меня. Да. Это же не что-то там легенькое. Ну, таким образом, как-то так. Но у нас еще есть что-то сказать, да? Но мы это в следующем ролике. Мы в следующий ролик, да. Потому что я хотел сказать, но ты говоришь... Тормози, Олега. У нас еще, знаешь, что есть? Я тоже так наперед анонсом, что относительно скользящих швов, вот это же отдельная тема. А еще есть дополнительная работа в перегородках вот здесь. Мы этого не делаем, но оно есть официальное объяснение этому. Да. Это вообще, ладно, интригу оставим. Это типа... Для работников копеечка лишняя. Да, и никто ее не делает. И никто не, мы тоже не делаем. Считают, что это перерасход. Кстати, а это в технологии записано. А это технология, да. Кстати, мы это не делали. В следующем ролике расскажем.